Дорогие друзья Росграмма, сегодня, как я обещал, мы покажем вам готовый партнер-релиз нашего приложения. Партнер-релиз – это полностью действующий движок нашей соцсети, на котором наши программисты и тестировщики отлаживают весь функционал и юзабилити продукта. Сейчас я вам продемонстрирую работу нашего приложения в реальном времени. Вместе с вами мы совершим следующее действие в моем аккаунте. Посмотрим новостную ленту, напишем комментарии и, конечно же, поставим лайки, загрузим фото и видео, зайдем в профиль и посмотрим, как это выглядит в нашей соцсети, посмотрим сторис подписчиков и загрузим свой. Ну и, наконец, поделимся публикациями. Ну что ж, поехали. Итак, мы заходим в приложение на телефоне, открываем Росграмм, видим новостную ленту. Листаем с вами вниз, обязательно ставим лайк. Лайк посту, лайк комментарию, второму комментарию. Смотрим, что дальше. Следующий пост. Тоже ставим лайк. Давайте напишем комментарий. Так, какой вид отправить? Ниже мы видим подписчиков, которые предлагает нам Росграмм. Подписываемся на всех обязательно. Еще один пост. Поставим лайк. Еще лайк комментарию и добавим в избранное. Давайте более подробно поговорим о комментариях и лайках. Вот мы поставили комментарий посту. Этот пост с видео, который загружен из YouTube. Чуть позже еще обсудим, какие видео можно сюда загружать. Вот здесь мы видим, что видео работает в отличном качестве. Попробуем, значит, так, здесь ставим лайк и давайте мы напишем комментарий. Пишем так, ты где? Вопросик. И также протестируем, можно ли отправлять смайлики, либо эмодзи какие-то. Так, отправили смеющийся смайлик. Все отразилось, отлично. Загрузка фото и видео. Итак, чтобы загрузить фото или видео, нажмите плюсик внизу экрана и выберите необходимый объект. Нажимаем «Загрузить изображение», выбираем фотографию из галереи и загружаем ее. Давайте напишем подпись к фотографии, например, «Я в офисе», и нажимаем кнопку «Опубликовать». Смотрим. Итак, мы появились в новостной ленте. Давайте теперь опубликуем видео. Аналогично выбираем видео, выбираем из галереи видео, которое у нас есть, и загружаем. Жмем «Опубликовать». Итак, видео успешно опубликовано. Давайте его включим, проверим его работоспособность. Видео включили, видео работает. Так, теперь отправимся к следующему этапу. Итак, следующий этап – это загрузка видео из сторонних источников. Например, из YouTube есть возможность загрузить видео. Нажимаем «Встроенное видео», вставляем ссылку на интересующее нас видео и жмем кнопку «Опубликовать». Видео у нас подгружается в ленту, и вот как мы видим – видео успешно опубликовано. Запускаем видео и видим, что видео работает. Страница профиля. Так, давайте перейдем в аккаунт Кейт, посмотрим какой-нибудь пост, интерфейс постов. Видим картинка, комментарий можно поставить, поставить лайк посту, увидеть публикации, подписчиков, подписки. Разные посты открываются как в интерфейсе Инстаграма. Можно написать комментарий, например, где такие купить. Отправить комментарий, он у нас отображается. Поставить лайк ему. И публикация сторис. Итак, давайте опубликуем сторис, выбираем файл, загружаем фото, жмем кнопку «Опубликовать». Ура, ваша сторис опубликована. Смотрим и видим свои сторис. Закрываем, посмотрим, видим ленту. Например, сторис Кирилла увидели.